можно и нужно обсуждать вечность. Но сегодня важнее всего. Бог – это разум и бесконечность, спасает разума своего звено. Бог создал людей и планету, как полигон формирования ума. Бог предвидел, что тьма подсунет монету, будет сложная у людей судьба. В пятой эпохе все развернулось так. Люди отказались от своего развития. На планету опустился неверие мрак. Основой стал уровень бытия. Частицы Бога опустились до уровня человека. Прогресс сознания подменил быт. Напрасно для многих пролетели года. Человек продолжает выбирать, быть или не быть. Что выбирать, когда вокруг вечность, сотканная из двух знаков? Повторяю, Бог – это разум и бесконечность. Вы в вечности, и не должно быть страхов. Плотный план – это полигон испытаний. Люди должны быть достойными неба. Цель ваша – в Боге, и никаких скитаний. Материя для вечности – это небыль. Люди учатся на планете в материи. Ошибки в материи не переходят в вечность. Ошибки в материи – это еще не трагедия. Не отражаются они и в бесконечности. Поверьте, материя – только отрезок времени. Итоговый уровень школы – человек-бог. Испытание, особенно в неверии, есть бремя. Важен для человека только итог. Вам даны века для школы и для науки. Надо пройти достойно свой путь. Люди на планете не в банке одной пауки. Нужно понимать судьбы своей суть. Плотный план для вас – лишь испытание. Можно сказать, без последствий. Но требуется проявить старание, ибо есть канон причины и следствия. Смысл испытаний надо понять за жизнь, перейти в небо, не имея ошибок. Понятно, что в совести надо жить. Жизнь – это не запутанный ниток клубок. Жизнь, конечно, путь совсем не прямой, но совесть подскажет выход. Нет у человека жизни другой. Человек каждый раз выбирает свой ход. Жизнь своего рода – игра в шахматы. Надо видеть за три хода вперед. Надо понимать своей жизни масштаб, видеть всегда запасной ход. Сегодня люди стоят на границе эпох. Счастливое время Бога отбора. Не надо бежать со всех ног. Время самостоятельного для вас выбора. Природа подготовила другие вибрации. Продолжение экзаменов в тонком плане. Трудно будет пройти апробацию. Впереди все равно жизнь, а не заклание. Переход в новую эпоху уже состоится. Условия экзамена усложнены. Возможности тоже могут открыться. Помните, вы в вечности рождены. В сознании вечность – ваш дом родной. Плотный план – это этап постижения. В хорошем смысле вы пленники мечты одной. Подняться в небо, всем без исключения. Помните, что Бог – разум и бесконечность. Вы – произведение Бога в вечности. Нет для вас слова «конечность». Сегодня – начало перехода в новую мерность. Аминь. Отец Абсолют. 18 декабря. 2020 года. Катрен, сегодня люди стоят на границе эпох.